костяничка. Даже те дожди, которые пришли на Урале. Здесь вот такая чача была, не проехать. Сейчас вроде сухо. Грибов почти не видно. Да не то, что почти, вообще не видно. А, вот она, черемуха. Что ли, чтобы не тащиться. Ну вот, делаешь, потом кто-нибудь дозавалит. Раз завалена яма моя, буду отвал мучить. Ну, вот такие вот небольшие гранатики в кварце. По-любому. Хотя тут уже на 100 раз отвал это перебрали. Может, что-нибудь и попадет. Интересный гранат. Где-то видео уже было, и не одно. Тот, который покрупнее, он, как правило, более трещиноватый. Ну а тот, который помельче, да еще в слюдке. Красивый, если без барьера. Тот чистенький, слюда какая. Ну вот сыпь тоже гранатовая. Вот. Эх, замазал наоборот я. Гранат с слюдки, что ли? Тоже вот там вот гранатик сидит. Какая гранатовая сыпь с людки. Ну, это, конечно, вымыть надо, посмотреть.
тоже гранат. Гранатик. Что-то гранатовая есть вроде. Вот тоже небольшой гранатик. А здесь вот сыпь гранатовая. Чуть не выбросил. Ну вот это вот уже кое-что. Это уже хорошо. Да кончайте вы, сожрете меня скоро уже. Хороший образец. Небольшой, а тут такой классный гранатик сидит. Здесь вот сыпь небольшая. Это все отмывать надо. Что-то выбросится. Что-то не выбросится. Это так поднялись весь гнос дождю, что ли. Здесь тоже вот гранат.
красиво. Это отпечатки. Красивые вещи бывают. Тоже граната. Малюхатный кварц прозрачным. Угу. Вот она какая шняга. В кварце. Тоже немножко где-то тут есть. Здесь только отпечаток. Отпечаток. Тоже чуть-чуть вот.